Разбираемся в наклейках на фруктах для выбора лучших. Наверное, многие из нас обращали внимание на маленькие наклеечки на фруктах. Помимо яркого логотипа, там имеется некий цифровой плю-код. Оказывается, потребители маркируют фрукт не только для того, чтобы обозначить себя, но и сообщить важную потребительскую информацию. Четырехзначный код, начинающийся с цифр 3 или 4. Если на наклейке только 4 цифры, это означает, что фрукты или овощи были выращены с максимальным использованием агротехнологий, включая обильное внесение удобрений и опыление пестицидами. Пятизначный код, начинающийся с цифры 8. При выращивании таких фруктов были использованы технологии генной инженерии, тот самый ГМО, вызывающий столько споров. Исследования показали, что генно-модифицированными чаще всего являются такие фрукты, как дыня, банан и папайя. Пятизначный код, начинающийся с цифры 9. Если вы видите 5 цифр, начинающихся с 9, это говорит о том, что плод выращен фермерским способом, как это делали еще наши предки. Ручная прополка и никаких химических удобрений. Такой продукт считается органическим. Если на фрукте нет плю-кода. Большинство людей стараются выбирать фрукты без наклеек. Но на самом деле безопаснее отдавать предпочтение маркированным продуктам, потому что плоды, привезенные из-за границы, обязательно должны содержать бумажные наклейки. А если их нет, то есть большая вероятность того, что фрукты от них почистили. Теперь вы знаете, как выбрать самые лучшие фрукты. Будьте здоровы!